И всем привет, вы на канале Летний, и добро пожаловать на продолжение прохождения Half-Life. И что хочется сказать, это то, что мне опять в комментариях подсказали, чё да как правильно, чё да как можно делать. Сказали, что можно, короче, этих чуваков моих, их, короче, можно с собой водить, если на них нажимать Е. Я так понимаю, буквуку вот эту Е, которая двери тоже можно открывать. Не надо по ним лупить этим всем. Они, короче, сами открываются. Это все хорошо, это, конечно, замечательно. Можно было охранника спасти, но я что-то затупил. В принципе, у меня есть сохранялочка. Прям вот... Я вижу, она тут прям вот... Как это сделать нормально? Она, я так вижу, прям не слишком долго была от того места, откуда мы пришли. Поэтому давайте-ка мы загрузим и попробуем спасти этого охранника. Только это обидно, понимаешь? Это как-то обидно, что он умер. Тем более я тут еще не все обследовал. Но я так понимаю, там электрика, и туда лучше не совать нос, поэтому убьет же. Так, ну вот что-то оно не открывает. И на Е нажимаю, на это тоже ничего не открывает. Можно это, наверное, не открывается, возможно. Так, это я должен буду убить этого... Ну хорошо. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, давай, иди сюда. Переиграем эту стенку, ничего страшного не будет. Ну, вот это оно не хочет открываться. Как ни крути. Тут, наверное, монстр должен разбить. Иди сюда. Давай-ка, иди сюда. Капец, не бейся, ты слышишь? Я тебе сейчас как обшивку поломаю твою, вот эту вот грудную. Не-не-не, давай-ка ты мне подохнешь так. Ты не хочешь подыхать от пистолета, я так понимаю, да? Вот и замечательно, вот и хорошо. Так, моя эти патрончики. Это мое почтение, если кто не знал. Так, что он тут разбивал, я так и тоже не понял. Наверное, полка стеклянная. Так, тут вроде бы ничего не было, если я не ошибаюсь. Ну, особо много мы ничего не потеряем. Зато спасем охранника. Зато охранника спасем. Я тебе сейчас как поломаю мне обшивку. Так, давай-ка. Сейчас я его попробую спасти. Тихо. Как? Последний ужас, который пришлось испытать миру. Во. Фу, ну чем же так воняет? Да вот этим вот хером воняет. Чё ты как-то живой тут, а? Все хорошо. Патрончики. Патрончики возьми. Патрончики взять. Во, спасибо. Так, как если тебе? Если будем держаться вместе, у нас будет шанс пожить подольше. Хорошо, я буду охранять эту зону. Так, ну я что-то не знаю, я не хочу тебя терять, конечно, что-то. Давай-ка я сюда приведу этих, чтобы они там не сидели, не скучали. Оказывается, да, можно. Можно их это... как это сказать... Откройте, бляха-муха. Тут, походу, только через окно можно. Ага. Двигается стол, хорошо. Ну-ка, брейкдансер. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда? Куда ты? Куда? Алло? Стой. Тип-тап, тип-топ, тип-тап, тип-тип-топ, тап, туп тип туп тип тип туп. Это продолжение, короче, дабстепа, этого трэпстепа. Все хотят выбраться на поверхность, но они идиоты. Но ты должен, ты обязан выбраться и спасти нас. Да, давай, пошли со мной. Да. Да, пошли. О, вот это другое дело, вот это я понимаю. Так.
Этот брейкданс танцует, я так понимаю, всегда. Тип-топ-та-па-та. Куда ты побежал? Ну чё ты, дурной, что ли? Иди сюда, иди сюда. Да иди сюда ты, блин, эй, хорош. Чё-то его нет, такая, ну да. Чё-то его телебосит это. Слишком. Пошли со мной. Что ты, блин, какой-то, да? Что ты какой-то? Чё ты? Ты чё творишь? Чё ты творишь, а? Я тебя это просил делать? Ошибка в этом значении совершенно невероятна. Короче, пошли, он чё-то это... Он какой-то ненормальный. Куда мы идем? Ты чё? Пошли! С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Да, получится, пошли, чё ты не идешь со мной? Ну-ка, пошли. Пошли, пошли. Куда я могу пойти? Выводи. Вывожу, чё ты застрял там? Ты в курсе, что так нельзя стоять? Это вообще небезопасно. Это нарушает технику безопасности. Нам сюда. Пошли. Я этого дабстепера не буду брать, потому что он вообще не хочет со мной идти. Я останусь здесь и буду ждать коллег. Да это твой коллега вообще никакой. Он танцует. Ну ладно, не хочешь, не иди. Я пошел к этому. К своему другу, охраннику. Так, заменю-ка я на дробаш, потому что да. Пошли со мной. Да, пошли. Пошли. Вот ты нормальный, ты, я понимаю, дружбан. О, спасибо. А, еще одного поймал. Спасибо. Ух, тут пистолет. О, этих патрончиков. О, мы заживем, конечно, с тобой. Один из этих парней мог бы все запутать еще больше. Так, что-то подобрал я, да? Так, смотри, куда нам надо. Нужно стол отодвинуть. Думаю, что нам стоит идти дальше. Дальше, дальше. А куда дальше-то? Подожди. Я размышляю. Черт возьми, что это? Где? Не путай меня, пожалуйста. Поможешь, может? Нет, не хочешь помочь? Чем-нибудь. Пошли посмотрим тогда. Вот сюда. Какая-то лесенка вроде есть. Может быть, что-то полезное есть. Ну-ка. Да, энергия. 5%. Так, ты там наверху, да? Не надо, я сейчас поднимаюсь. О, аптечка. Еще одна, нет? Это муляж. Хорошо. Тогда куда нам идти тогда, получается, с тобой? Получается, нам тогда куда-то надо. Сказали, что это лабиринты просто полностью все. Вся игра в лабиринтах. Поэтому, если я это хочу, могу уже забрасывать. Но я что-то не хочу забрасывать, если честно. Мне нравится пока что. Я вот думаю, как тут туда залезть. Вот. Нам же нужно туда? Скорее всего, да. Хотя, хрен его знает. Пошли со мной. Ой. Это я нечаянно, если что. Поменяй на дробыш, потому что так безопаснее будет. Пошли со мной. Сейчас будем в эту всю группу выводить. Какие-то тараканы лазят, не знаю. Где ты там застрял-то? Пошли со мной. Или ты только на одной локации работаешь? Пошли. Во, пошли. Походу, он только на одной локации работает. Дальше он не хочет идти. Так, надо было бы выключить электрику. Я так понимаю, это логически просто. Оно не открывается. Я вот пытаюсь... Чё-то оно не открывается. Сейчас мы попробуем это ломануть. Но, видимо, это тоже не работает так. Тихо, что-то открывалось. Как это открывать-то? Может, куда-то навестить надо? Ага, это типа как-то... Как-то вот так это работает, да? Мышкой наводишь, и оно открывает.
Так, что-то где-то я не досмотрел, получается, да? Ну-ка, пошли. Нет, 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 нет. Ну-ка, еще обоим вот сюда. Ну, кстати, этот можно забрать патрончики там. Патрончики мои законные. А чё бы нет? Ну, раз такое дело, то чё не остановить-то? Патрончики чё-то не взять. Сколько их там вообще есть? О, 68. Так, дофигище. Тогда получается как-то так. Это лифт, который не надо заходить. Этот брейкдансерит. Может быть, тихо. Не мешай мне, пожалуйста. Так. Чё орёшь-то? Все хорошо, что ты орешь, паникер какой-то, бля. Так, это не отключает ту электрику, которая там. Я так понимаю, если мы туда пойдем, мы просто сдохнем сразу же, потому что вот. Хотя, знаешь, я так понимаю, надо по столу просто пробежать. Короче, сделаем вот что. Сохранить игру. Сохранить. Сейчас мы надо завалить вон того. Вот того. Черта. Так. Тут все под напряжением, я так понимаю. Открой. Нет. Тихо, тихо, тихо. Зачем я сюда полез? За аптечкой, да? Аптечка мне не нужна, в принципе. Вон там еще какой-то вход есть. Я так понимаю, нас шибанет, если мы приблизимся к воде. А ну-ка. А нет, не шибануло. Окей. Окей, но наша это... Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Нас не шибануло, потому что мы... Потому что мы под защитой костюма. В принципе, это хорошо, с одной стороны. Но так... Ой! Ой, я что, знал, что в этом, что там это, вот это вот. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно надо проползти. Так, я понял вас, я вас понял. Я вас понял. Тут опять слышу что-то электрическое. А! Что это, откуда? Так, это откуда? Это отсюда. Чё это не открывается? Не хочешь со мной пойти? Видимо, не хочет. Ну, давайте осматривать, что тут есть. Так, я не буду на вас тратить. Я вас... Пистолет стреляет, пожалуй. Как бы патрона дофига. Откуда вы тут сваливаетесь, падлы? Так, ящик вскрыть, может быть. Нет, не вскрывает. И закрыто, да? Вопрос тогда, нахуй я сюда лез? Может быть, как-то подвинуть можешь, нет? Да, может подвинуть. Окей, еще. Еще. Хватит? Ну, да, должно хватить. Так, еще надо маленький тащить, походу. Ну-ка, давай-ка, нормально мне лесенкой стань. Чё ты не залазишь-то? О, другое дело. Так, подожди, подожди, не надо опускаться пока что. Сейчас, подожди, я тут мышку аккуратно поставлю, потому что она что-то меня лагает. Вот, хорошо, отлично. Так, это мы куда сейчас пойдем? Хрен его знает. Тихо, тихо, тихо. Тихо ты мне тут, падла. У! Это кто? Ё-моё. Не-не-не, пистолеты надо, наверное.
А как сюда пробежать-то? Сквозь ящики спрятаться, я понял. Чё за система охраны такая жесткая прям? О, патрончики. Патрончики. Да фигищ патронов, если честно. Так, это... А, это срез, окей. Это срез. Подожди. Чё полезного? Нихера. Нихера полезного. Это что? Еще дробыш. А зачем мне еще дробыш? А, типа у них есть прочность какая-то. Окей. А как инвентарь открыть? Есть какой-то инвентарь тут? Подожди. Так. Использовать. По-моему, инвентаря нету. Показать счет таб. Скриншот и ну-ка таб. Что-то, по-моему, таб не работает. Ладно. Тихо-тихо-тихо. Не надо мне тут стрелять. Ага. Тайминги. Так, это патрон там еще что-то такое лежит. Это дробыш надо. Все, тихо-тихо-тихо. Все хорошо. Патронов дофига. Что это за место такое? Так, загрузка, окей. Кто шмаляет-то? О! Тихо. Тебе помочь? Что там, как? Давай свалим отсюда. Давай. Как ты тут оказался? То есть тебя что-то не было. Что-то поймал, но не увидел что. И лучше с дробышом ходить, но надо коробочки полутать. Так, ты там прикрывай меня сзади, если что. Ух, ёб твою мать. О, спасибо, 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 дружище. Откуда они шумят, что-то я не пойму тоже. Ты тоже попал в этот переплет? Открой. А ты не хочешь посмотреть образец крови под микроскопом? Ты там нормально? Дай-ка посмотрю, что там. Не хочешь, давай-ка я сюда пойду. Мне совершенно все равно. О, вы выбрались, да? Что у вас там постоянно съедает, я не понимаю. Что-то этим чувакам двоим это вообще не везет. Опа, энергия. Оп, аптечка. Что-то звуки больно тихие этого. Звук защитного костюма. Да, чуть-чуть побольше дать. Так, продолжить. Что-то с ними не везет, короче. Ну-ка, подвинься немного, потому что не мешаешь пройти. Ладно. Так, пройду. Так, что это нашел? Аптечку. Аптечка — это неплохо. Ух, нихуя вы. Ты видел, что творится? Да ты ничего не видел, ты там стоишь. Хотя ты там стой лучше. Да, пожалуй, я тебя подожду здесь. Да. Потому что мало ли там что-то это... Фу, кажется, тут что-то сдохло. Да, сдохло, это я замочил. На эти... На этих даже патроны тратить неохота. Их можно добить просто рукой. Так, пойду-ка я сюда сначала. Ладно, не пойду. Чё её не берёт-то? Слышишь ты? Мудила, еще один мудила.
Так, тут мог лабиринт, конечно, да. Это я согласен, что лабиринт. Но как бы лутаемся, да? Вообще, пистолетные патроны, это их так много тут. Что я с ними делать буду? Надо с ними ходить, наверное. Так, свет включается, свет врубается, все хорошо. Не, значит, дробышом как-то поспокойнее. Да, пистолетом можно расстреливать этих мелких. Тебя завалили, да? Тебя завалили, это плохо. Так, это обход вокруг. Тут вроде бы ничего нету. Вроде бы ничего, но можно что-то пропустить важное. Фанта, может, какая-то, нет? Я понял, я вас понял. Автоматическая медицинская система включена. Введен морфий. Введен морфий, надо было, знаешь, что делать? Надо было это... С дробыша их расстрелять, потому что... Чего их дробыш-то не берет? Тихо, тихо, тихо. Да ёлы-палы, не могу попасть по нему. Где он пошел? Куда? Ага, спрятался собака такая. Ну-ка, 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 тихо, сюда пошел. Блядишный. Так, вроде бы спокойно здесь. Ну, если что, зачищу территорию, если что. Так, окей. Вот эти мне электризованные вообще не нравятся они мне. Слышишь, ты там? Сдохни, пожалуйста. Все, ты в безопасности, дружище. Я послушал секретные радиопереговоры. Нам выслали военных. Но я что-то сомневаюсь, что мы останемся в живых после их так называемой спасательной миссии. Но это хорошо. Военные это хорошо, но что-то мне тоже кажется, что они нихера нам не помогут. Вот и военные, они во всех играх какие-то предатели, блядь. Пошли со мной, кстати. А что ты будешь со мной делать? У тебя же ружья нет даже. Ууу, тихо. Это тайминги, да? Тайминги. Тайминги. Так, еще один там живой вижу. Ну окей. Пусто. Эксплосивес. А, да-да-да, нельзя было это трогать. Я понял. Серьезно, это самое последнее сохранение? Ты шутишь, ты издеваешься? Зачем я там сдох? Зачем я это тронул вообще? Тихо, электричество. Подох, нет? Еще один. Пистолет. Ну-ка, пошел сюда. А там еще застрял один, походу. Тихо, иди сюда. С пистолета, давай-ка с пистолета. Что это, тут еще один застрял, да? Ух, сколько банок-то всего. Мне казалось, тут еще один застрял, нет? Опять же таки, фанта это для декора. Аптечка. Чё, у меня ружье такое красное? А, это типа фон такой, да.
Я послушал секретные радиопереговоры. Нам выслали военных. Я что-то сомневаюсь, что мы останемся в живых после их так называемой спасательной миссии. Так, тихо, сейчас тут нас расстреливать будут. Бегом. Так, сюда надо задеть. Чтобы расстреляло этих... Ну-ка, ты мне тут не будешь это делать. Не обшивку не ломай мне. Сейчас вниз. Аптечка. До 100. Бегом, 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 бегом. Ой, тихо, 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 сейчас. И поехали. Пистолетом его. Херачим пистолетом. Не трогаем коробку, опять же таки. Засохранимся тогда. Сохранить, чтобы это лишний раз не это. Так. Не курить. Так, это опять эти электричные. Чё его дробаш-то не берет? Собаки электрические. Далеко, наверное, да? Впритык прям надо. Да, впритык надо. Прям впритык надо стрелять. Ну хорошо, патроны там у меня пока что есть, это не страшно. Вижу, там можно это залезть, наверное. Каким-то образом. Чё, тебе помощь не надо? Добрый день, сэр, добрый. Должна приехать спасательная бригада. Рано или поздно это случится. Возможно, у нас будет больше шансов, если мы объединим наши усилия. Да, давай объединим. О! Ну-ка, тихо. Что тут есть? С дробышом надо идти, потому что... Блин, как-то неудобно менять это все. Так, опять какой-то вентилятор. Так, это все надо будет как-то выключить. Пошли выключать тогда. Ты не видел тут нигде это, кнопки выключения. Так, я слышу, тут кто-то рычит. Пока все тихо, пока залутаем. Ну-ка. О! Кислотные. Молодцы, давайте не надо. Ты видел? Да. Так, это что какие-то ослы сидят? Что какие-то... О, гранаты, гренки. Окей. Как еще гренку взять? Так, гренки на какую? На последнюю. А что так, гренки мало подбираются, да? Вот еще одна, возьми ее, пожалуйста. Чего не хочешь взять? Места намного больше, чем я думаю. Почему я гренку не могу взять? Наверное, только две можно, да? Патрончики. Патрончики, бочки я трогать не буду, потому что зачем? О! О-о-о-о-о! Спасибо, спасибо. Надо было гренки кинуть. Что-то я не додумался об этом, ладно. Так, мы сюда вышли тогда. Там еще направо был вход. Пошли тогда направо. Так, аптечка. Тебе не нужно? А то я как бы все себе забираю. Не висни там, пожалуйста. Сейчас, тихо, аккуратно пошли. Кто-то стоит или что? Нет? Сейчас по-любому кто-то... Ой, дурак, ой, дурак! Я так сделаю. Что
Что-то я с гранатами это. Окей, в голову, хедшоты. Тихо. Ты, падла, убил моего охранника. Все, кирдык. Эх, дружище, это не помогало хорошо. Так. Ну-ка нахуй. Сломал мне тут все. Что тут полезного есть? Гренка. Дробовик. Пока ничего полезного не вижу. Ну да, эти действительно лабиринты какие-то пошли, но мне нравится. Тихо, прям вот тихонечко. Голову. Другую голову, опа. Так, это все трупы. Энергию бы для костюма, конечно. Что, какие-то ядовитые, что ли? Так, это открывается, нет? Окно можно разбить. Нет, походу не открывается. Ладно. Тут тоже ничего нет. Пошли тогда отсюда. Там еще был один выход, по-моему, на... куда-то. Фонарь, конечно, светит вообще ни о чем. Где-то еще, по-моему, вот тут был. Проход. Да. Был проход, он и есть тут. Выход. Он закрыт. Ладно. Он, получается, закрыт. Это, получается, не работает. О! Гранатки. Как сюда залезть? Чё-то я не понимаю, как сюда залезть. Боком не хочет. Так, надо разобраться, как туда залезть. Так, ну получается только сюда можно, наверное, как-то. Но как-то это небезопасно выглядит все. Тайминги, точно. Оп, поехали. Тихо. Тут у нас это проводка, поэтому да, это походу не сюда нам. Нет, тоже не сюда. Значит, туда. Как-то надо перепрыгнуть это дело. Так, пистолет, дробыш. Что у меня там побольше? Пистолет, конечно же. Тихо, где прицел? Я не вижу точки. Вот. Во, отлично. Так, отлично. Это куда? Давай-ка гренку, может, закину. А, вот как. Ну, с гранатой похожу, может быть. Надо будет куда-то. Фонарь надо, потому что ничего не вижу. Так, спокойно тут. Вроде бы спокойно. Так, это у нас что? Это у нас где вообще? Непонятно. А, это над этими. Ну давай-ка аккуратненько сюда перелезу. Чё ты не хочешь? Тихо. Опа. Так много проходов и непонятно, куда они идут, все ведут. Так, это вообще какой-то ход. Лучше пистолет, потому что патроны на дробовик может закончиться. Опа, нихуя. Гриночки.
Чё-то я не могу подобрать последнюю, не знаю почему. Опа, патрончики. Неплохо. Фонарь включить, нет? Выключить. Так, окей, это я обошел прям вообще классно, круто. Но еще не залутал, там что-то еще было, по-моему, нет? Чуть-чуть здоровья надо, а то это... Да, гранаты не берутся полностью. Это печально немножко. Так, это не двигается. Нихера. Значит, придется в обход лезть, как я тогда лез. А где я вылез тогда, не помню. Где-то там через решетку внизу, по-моему. Так, вот сюда нужен проход. По-моему, он сюда и был. Там еще вон решетка есть какая-то. Так, подожди. Откуда я вышел тогда? Вот сюда зашел. Так, ну пойдем по тому же пути. Как бы он не сложный. Тут надо тайминги просто ловить. Оп, все. Так. Прыжок. Так, тут у нас завалены эти. Тут у нас куда? Может тут обследовать, что ей полезного? Потому что я вот сюда зашел, а дальше не шел. Пошли-ка посмотрим, что тут есть. А, так это этот. Выход с другой стороны. Да, что-то не то. Что-то не то. Мне нужно обратно тогда. Возможно, я зря лутаюсь, и это вообще нет необходимости никакой. Но я как бы изучаю, я думаю, что мне делать дальше. Тайминги. Тайминги. Тихо, тихо, тихо. Оп, поехали. Прыжок. Прыжок. Так, куда я еще не пошел тогда? Тихо. Сюда в обход, значит, пошли. Пошли вот по этой. Там еще какая-то комнатка была. Так, ну тут завален, значит, мы тут все были тогда. Получается, что да. Ай, блядь. Это где вообще? Ух, ёбаный кот. Ладно. Так, сюда я тоже ходил, да? Ну да. Это я вообще назад иду, да? Ну да. Не надо так делать. Так, что-то я сейчас немного туплю. Потому что очень много проходов. Открытых. И я немного не понимаю, куда мне надо. Где этот выход-то? Где люк-то? Чё я не понимаю, где? Тут, что ли? Ой. Трупа испугался, нет? Так, где же он? Сейчас аптечку резану. Так, чё-то я забыл. Где этот люк? А, вот. Пошли. Там надо допрыгнуть было еще. Попробовать. Может, там что дальше есть что-то. Тайминги. Пошли. Разрушение арматуры скафандра. Как я так не попал? Это что, типа заново лутать? Ой. Да, действительно, заново. С пистолета их постреляю. И маналы, короче, мне... Голову прям. Чётенько. Так, надо сохраняться. Надо сохраняться, надо F6. Мне, конечно, на ноутбуке это, на ноутбуке вообще неудобно делать. Потому что там надо кнопочку зажимать FN, чтобы F сработал. Так, тут, по-моему, у нас что-то было, нет? Да-да-да. Патрончики там надо было взять. Ну, пошли забирать.
Так. F6. Ну вот, чтоб на всякий случай. Пошли. Поехали. Так. Давай с дробыша их. А, нельзя так. О, гренки проверили заодно. Мы сейчас-то и так залутаемся ими. Поэтому не страшно. Тихо, тихо, тихо. Пистолет нет. Я бы, конечно, это мог юзать все на 1, 2, 3. Но мне так удобнее почему-то. Тихо, тут надо аккуратно просто перепрыгивать. Так, а куда там дальше шло еще? Пистолетом. Сейчас как уебуте. Сейчас как уебуте. Так, и зачем я сюда пришел? Тоже очень хороший вопрос. Какое-то бесполезное место, мне кажется, нет? Или я что-то упустил? Да нет, вроде бы ничего такого нету тут. Странно. Это весьма странно. Так, F6. Ну, пошли спускаться. Ох ты ж, мать ваша. Двери пробили, корпус. Аккуратненько, аккуратненько. Ты заебали уже. Так, это куда? Это что? Зачем мне тут? Чё тут есть? Нихера как бы нет. Скафандр повреждён. Найс, 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 найс. Найс, это что? А, это вы. На-ка, нахуй. Там еще где-то один был, нет? Горенко. Тогда я реально что-то не понимаю, куда мне дальше идти. В общем, ты, чувак, из комментариев. На этом я, наверное, остановлюсь пока что. Вот туда я не знаю, как попасть. Поэтому, если кто-то знает что-то, кто-то... Кстати, я как-то туда еще не добрался. Почему-то. Почему? Мне надо туда было залезть как-то. Гренки пособирать. Короче, если кто знает, что дальше делать, то пишите в комментариях. Это будет весьма-весьма полезно. Мне. Реально чуть не понимаю, куда мне дальше. Так, я не могу прыгнуть на это. Может быть, сюда надо спуститься? Хотя вряд ли. Попробуем, в любом случае. Так, F6, F6, F6. F6 и поехали. Но нет, это выход. Я что-то не помню, как я гринки забирал. Так, это уже все. ГГ. По-моему, мы сюда сходили, нет? Ну-ка. Тихо. Или нет? Тут еще одна закрытая зона. Я не знаю, как ее открыть. А, во! Нормально, нормально. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Никого? Не похуй. Что-то мясо шел. Никого. Там вентиляция опять. Надо обследовать сначала, а потом уже лезть во всякие вентиляции. Ух ты, бать твою. Ты задолбал на меня прыгать уже.
мясо какое-то висит, что это такое? Какие-то патрончики, может быть, нет? Как бы тебя там завалить-то? Завалил? Так, патрончики нет. Да, что-то ничего нету. Где там-то этот прицел? Я его не вижу практически. Хрен мне ломать уже. А птичек нету вообще нигде. Это можно закрывать, если что. О, кислотный, кислотный, это, да, быш. Гренку можно кинуть. Гренка, сейчас расправимся. Ёбнуло, нет? Нет, не ёбнуло. Живучий патл, ну-ка еще одну гренку. Не долетает, да? Ты, блядь, не долетел. Тогда хорошо. Тогда так. Аптечка нужна срочно просто. Что-то какие-то непонятные... Что-то открывается, наверное. Ты дохлый, да? Ой! Тихо-тихо-тихо. Чё тебя не берет, дробыш? Ты что-то сказал, что ли? Вот что-то я не могу попасть по ящичкам. Все хорошо? Может быть, это поможет тебе? Ты мне уколол морфин, да? Ну, спасибо, спасибо, конечно. Как открыть-то, блядь? Там аптечка. Я еще что-то нигде-то не досмотрел, вот. Тебе бы тоже не помешала аптечка. Патрончики. Для дробыша тоже нет. Гренка. Мне бы энергии для костюма, конечно же. Ух, какой-то ниндзя. Так, это... Кто орёт-то? Я не понимаю, что-то. О, энергия. Хорошо, надо как-то туда залезть. Так, это не ломается. Там еще энергия или что? Это мне показалось? Может быть, показалось. Где-то там на кровать можно было вылезти и, собственно, залезть. Где-то вот тут. Нет? Вот еще какой-то рычажок есть. Попробуем его включить. Непонятная какая-то херня. Ну-ка, тихо тут. Короче, ладно. Смотрите, что. Мы тут засейвимся с чувачком вот этим вот. Вот, это же мой дружбан из первой серии. Хорошо. Здесь мы, пожалуй, закончим. Безопасно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот так, да. Надеюсь, вам понравилось. И в следующую серию мы продолжим. Никто не виноват, дружище. Никто не виноват. Все виноваты. Да, все. Все, всем пока.